Оргкомитет Всероссийского фестиваля проводит сейчас отбор игровых короткометражных фильмов для формирования программы 2018 года. Их хронометраж должен составлять до 20 минут. Время съемки определено не ранее 2017 года. Надо, чтобы в кадре был современный день моногорода с актуальными тенденциями его развития. Да и само попадание в шорт-лист фестиваля дает режиссеру уникальную возможность показать свою работу сотням тысяч людей по всему миру. Получить непредвзятую зрительную оценку, а еще внимание ведущих федеральных средств массовой информации, профессионалов индустрии кино. Заявки на участие в отборе принимаются до 20 апреля на официальную почту Оргкомитета с пометкой «Заявка из моногорода». В письме нужно указать ссылку на фильм, фамилию, имя и отчество, возраст и город проживания режиссера, а также контактные данные заявителя. Обратите внимание, для участия в отборе принимаются как профессиональные, так и непрофессиональные короткометражные фильмы, в том числе и снятые на смартфон. А это, по сути, дает возможность участвовать в фестивале всем желающим, независимо от профессии и возраста. Главное – видеть и говорить средствами киноязыка что-то важное и значимое. Ведь предпочтение, как отмечает в Оргкомитете, отдается тем картинам, в которых наиболее полно, интересно и ярко представлена жизнь моногорода. Так давайте попробуем.